Мы сейчас находимся в центре инноваций интернета вещей фонда Сколково, который представляет из себя такую концепцию идеального пути пациентов, да, ну, то есть всех обычных людей, которые, ну, жалуются на какие-то недуги. Вот здесь показаны лучшие инновационные решения, как должен быть выстроен процесс в идеальной системе здравоохранения. И для этого часто на помощь нам приходят технологии искусственного интеллекта. Это способ обучить некоторым, скажем так, вариантом работы врача, да, машину, чтобы автоматизировать некоторые процессы. Ну, например, если раньше требовалось огромное количество времени для того, чтобы проанализировать какие-то снимки, то сейчас машина может делать это очень быстро и с должным уровнем качества для того, чтобы врачу можно было удобнее посмотреть, да, где какие есть зоны интересов, на что обратить внимание. То есть это все, что касается такой автоматизации таких массовых процессов, которых сейчас, особенно вот с приходом пандемии, оказалось очень много в медицине. И вот нам приходят на помощь такие технологии. А проектов-то, наверное, много. А какие считаешь самые топовые? Если мы говорим про искусственный интеллект, то сейчас вот в портфеле фонда Сколково, да, ну, где-то, наверное, 30 плюс проектов, которые так или иначе автоматизируют какие-то вещи в области медицины с помощью технологий искусственного интеллекта. Но надо понимать, что это не все проекты, которые вообще существуют в стране. Это, наверное, самые такие топовые проекты, которые прошли определенный отбор, которые прошли первую такую экспертизу фонда для того, чтобы стать нашими резидентами. Критерий – это технологичность проекта, то есть насколько проект, скажем так, представляет из себя именно хорошую, сложно повторимую технологию с потенциалом защиты интеллектуальной собственности. Плюс, насколько он полезен с точки зрения системы здравоохранения, его потенциал масштабирования, то есть, и причем не только в России, но и на международном рынке. То есть для нас важно, чтобы технологии, которые развиваются здесь, они могли быть масштабируемы и полезны, в том числе и в мире. Ну, самые топовые компании, которые сейчас работают вот как раз в радиологии, есть вот очень интересный стартап, с которым ты сегодня пообщаешься, который занимается исследованием электронных медицинских карт. То есть вся наша информация, мы пришли к врачу, она попадает в какие-то структурированные записи, да, то есть головная боль, там какие-то симптомы. И эти данные тоже можно изучать и тоже делать очень интересные, классные и полезные для системы здравоохранения выводы. Меня зовут Сергей Сорокин, я основатель проекта, который называется Botkin AI. Расскажите немножко про свой проект. Это ваше детище, это единственный вообще проект или нет? Это основной проект, которым занимаюсь я и очень большая команда, которая находится и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Это проект, который с помощью технологии искусственного интеллекта позволяет анализировать большое количество диагностических изображений для того, чтобы более качественно, более точно определять в том числе онкологические заболевания, что самое главное, на ранних стадиях. Как именно вообще вот родилась идея этого проекта? Вы были до этого связаны с искусственным интеллектом? Или вот внезапно захотелось в эту область углубиться? Мы, наша команда, многие были связаны вообще с информационными технологиями здравоохранения и начинали этот проект 5 лет назад, когда, собственно, искусственный интеллект только начинал появляться в области здравоохранения. И, собственно, нам было понятно тогда, что это перспективное направление для использования именно в медицине. А с многими ли клиниками вы уже интегрируетесь? Да, у нас уже есть проекты и коммерческие проекты в России и за рубежом. Мы сделали больше 20 уже проектов в разных регионах России, а также за рубежом. Это Африка, это Азия, это Латинская Америка. А как-то еще планируете масштабировать? Да, еще очень много стран в мире, в которых нам нужно начинать работать. Ну и, в общем-то, в России еще достаточно много есть клиник и регионов, где стоит работать. Так, деньги – основная специфика проекта. Расскажите вообще, вот, насколько прибыльный проект? Ну, про прибыльность сейчас, наверное, говорить рано. Это сейчас пока еще не прибыльный проект, но у нас есть инвесторы, которые инвестируют в этот проект, они верят в этот проект. Ну и, собственно, почему пока не прибыльный? Потому что очень большие средства направляются на исследования и разработки, поэтому это очень такой наукоемкий проект.
Вот, у нас уже есть платящие клиенты, у нас есть коммерческие клиенты, но в целом мы пока на исследования, на разработку тратим больше, чем мы пока зарабатываем. А бывает ли такое, что машина ошибается? Бывает, это нормально, поэтому когда машина ставит какой-то предположительный диагноз, его обязательно проверяет, еще верифицирует врач. То есть основная цель машины не пропустить. Вот основная такая цель, потому что очень часто пропускают признаки онкологии именно на ранней стадии. А машина как раз чем хороша, она меньше может пропустить. Одно из самых интересных проектов, который у нас сейчас есть, это мы делаем массовый пересмотр тех КТ-исследований, которые были сделаны для, в целях диагностики ковида. То есть фактически там весь мир, там пол России было сделано вот, скрининг грудной клетки с использованием КТ-аппаратов, потому что это был очень и сейчас есть важный метод диагностики как ковида, так и последствий ковида. Вот мы берем все эти исследования и еще раз их проверяем на предмет того, чтобы посмотреть, а нет ли там признаков, например, рака легкого. То есть это фактически такой вот ретроспективный скрининг. И вот как раз в таких проектах мы находим пациентов, которые даже не знали, что у них есть признаки рака легкого. Добрый день, меня зовут Александр Гусев. Чем вы вообще занимаетесь тут? Я руковожу проектом Вебиомед. Это система для оценки рисков и прогнозов развития здоровья пациентов. А в чем именно смысл программы? То есть она одна или там много разных каких-то ответвлений? Это целая платформа, на ней очень много сервисов. Мы делаем следующую задачу. Мы анализируем обезличенные электронные медицинские карты, используем для этого искусственный интеллект и различные технологии и пытаемся предсказать, какие негативные события могут произойти со здоровьем пациента в ближайшем будущем. Мы считаем, что вот такие прогнозы позволяют выявить заранее пациентов с опасностью, вовремя назначить им лечение профилактическое, тем самым предотвратить вот такие тяжелые осложнения, как госпитализацию, осложнения здоровья и так далее. А на чем именно специализируетесь? То есть это ОРВИ или что? Нет, мы не работаем пока в сфере таких распространенных инфекционных заболеваний. Мы в основном занимаемся хронической заболеваемостью, потому что это основная причина и обращаемости пациентов за медицинской помощью, и смертности. Это вот львиная доля затрат здравоохранения. И занимаемся такими вещами, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ряд других. А как вообще возникла идея вот делать проект именно в данной области? Ну, наша команда вообще в сфере цифрового здравоохранения работает достаточно давно. Некоторые сотрудники имеют стаж больше 20 лет. И где-то 3-4 года назад мы захотели реализовать идею с международным выходом. То есть наша главная мысль была в том, чтобы создать продукт, который был бы интересен не только у нас в стране, но и на международных рынках. И поэтому мы стали искать разные ниши, вот идеи, такие мысли, смотрели, что происходит за рубежом. И вот нащупали такую интересную тему, она не была очень хорошо изучена на тот момент, даже на международном уровне, но оказалась под силу нашей команде. Это вот машинное обучение, прогностика, профилактика заболеваний. Так вот, перебором, обсуждениями и родилась идея проекта. А в каких уже странах вы на рынке? На данный момент мы присутствуем только в России. Мы потратили вот сейчас все основное время на то, чтобы проверить здесь все гипотезы, провести испытания, зарегистрироваться как программное медицинское изделие. Это очень важно, чтобы было доверие. И вот как раз около года компания изучает международные рынки. Мы проводим переговоры с международными партнерами, с потенциальными заказчиками. Пока, к сожалению, вот завершенного проекта нет, но мы активно над этим работаем. А есть ли уже какие-то готовые метрики, которыми вы гордитесь? Да, у нас есть два хороших числа, это предмет гордости компании. Некоторые наши модели дают прогнозы с точностью до 90%. В отличие от диагностических задач, да, когда вы анализируете, что есть сейчас у пациента со здоровьем, прогностика – это всегда вещь, которая не может быть 100%. Да, любой прогноз, он всегда ошибается в ту или иную сторону. Но 90% – это один из лучших наших результатов и один из лучших на рынке.
Вторая цифра – наша система умеет анализировать текстовые, неформализованные медицинские записи, и вот некоторые наши модели имеют точность извлечения признаков 95-98%. Это тоже хороший результат. А тяжело вообще происходит интеграция с медицинскими учреждениями? Да, вы знаете, это один из самых тяжелых вопросов. У нас с некоторыми медицинскими информационными системами проект интеграции длится больше года. Во-первых, разработчики очень перегружены. Во-вторых, очень сложно соблюсти все законодательные требования. Система искусственного интеллекта должна прямо очень четко соответствовать закону и о медицинских данных, о персональных данных и другим требованиям. Ну и сами разработчики, с ними тоже нужно уметь находить диалог, нужно объяснять, а какая им польза от интеграции с такими продуктами, как наш. И это все требует время и усилий, действительно. А для чего вообще это нужно обычным людям? Вы знаете, очень хороший вопрос. На самом деле, если вы посмотрите, как устроено здравоохранение сейчас, то в основном оно ориентировано на то, чтобы лечить то заболевание, которое случилось с пациентом. И очень часто это лечение осуществляется в условиях стационара, где, по большому счету, мы скорее боремся за спасение жизни, чем за то, чтобы избавить человека от болезни. Прогнозная аналитика – это как раз альтернативный такой подход. Он позволяет не лечить запущенное заболевание, а предвидеть его и не допускать. И на прогнозную аналитику, на персонализированное лечение очень большие надежды, как на один из основных способов снизить нагрузку на здравоохранение. Вы знаете, у нас и врачи выгорают, и средств финансовых часто медицинским организациям не хватает. Вот прогнозная аналитика – это способ предотвратить заболевания, а не его лечение. А вы когда-нибудь выйдете на масс-маркет? Компания думает о том, чтобы выйти на потребительский сектор, действительно, и на это есть спрос, но это потребует отдельных инвестиций в наш проект. Мы сейчас над этим работаем. Здорово, спасибо вам. Спасибо.